как раз у меня такое слово будет к вам. This word for today, for you. К чему призывает Бог? What God has called to. Псалом 26:8 Давид говорит: Psalm 27:8 David writes. Сердце мое говорит от тебя. When you said. Ищите лица моего. Seek my face. И я буду искать лица твоего, Господи. My heart says to you, your face, Lord, I will seek. То есть сердце Давида говорит от Господа. The heart of David was speaking from the Lord. Я не знаю, кто из вас испытал, но я часто так испытываю. Когда я молюсь, я слышу, как мой дух говорит от Духа Божьего, самой мне. I don't know if you experienced it, but when I pray, my heart speaks to me from the Spirit of the Lord. Как от какого-то другого лица. As it from someone else. И вот он ощутил это, что его дух, Бог через его дух говорит: «Ищите лица моего». And he sensed that the Spirit of God speaks through his Spirit, says, seek my face. И Давид соглашается: «Буду искать лица твоего, Господи». And David agrees, says, your face, Lord, I will seek. Это пророчество и к нам с вами. It's a prophecy for us. Это очень важно искать именно его лицо, не просто его присутствие, его лицо. So important to seek his face, not just his presence, but his face. Но если мы так скажем: ну что, как искать его лицо? Бог вездесущий, он везде. But we say, how to seek his face? God is everywhere. Посмотришь на небо, вот звезды. Это все Бог. If you look at the sky, the stars, it's all God. Посмотришь на природу, это все Бог. You look at nature, it's all God. В луне, в звездах, во всем Бог. In moon, in stars, и во всем дышащем Бог. All that breathes, God. Посмотрел на себя, посмотрел в зеркало, и это тоже Бог. You look at yourself, and все им сотворено. In mirror, it's all from God. Во всем Он. Created by God. God is in all that. Все им. It's all by him. Все, что дышит, им дышит. All that breathes is breath, breathes да, by him. Мы знаем, что Он в нас. Yes, we know in his и Он вездесущий. He's однако не об этом идет речь. But that's not what this talks about. Речь о том, что надо искать Его лица. То есть обращаться к Нему лично. To turn to him personally. Не просто в общем, все Бог, вокруг везде Бог. Not just generally, God is everywhere. И на собрании сейчас мы призвали Духа Божьего, Он здесь. А кто с Ним сейчас говорит? And now in the meeting, God, we called Him and He is here, but who is speaking to Him? Кто встретился сейчас с Его лицом лично? Who met Him face to face now? Разве его здесь нет? Is he not here? Есть, он здесь. He is here. Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, я посреди вас. Мы верим в это. He said, two or three gather in my name, I'll be amidst them. We believe that. Кто не верит, что здесь сейчас присутствует Бог? Who doesn't believe that God is present here right now? Есть такие? There are such people? Бог здесь. God is here. А вы встретились с Его лицом? But вот have вопрос. You, have you met his face? That's вы встретились с живым Богом, даже когда вы пели? Have you met a living God, even during your songs? Вы знаете, когда мы пели последнюю песню, you know, during the last song, что-то я вспомнила. I remembered. Есть такие у нас интересные братья и сестры. Наверное, это каждый так задается вопросом, подходит и говорит: а почему мы поем одни и те же песни? We have brothers and sisters who ask the same question. Why do we sing the same song? Я хочу спросить, вы на концерт пришли? I'm asking you, are you on the concert? Если на концерт, да. Почему мы поем одни и те же песни? За что я плачу деньги? If I'm on the concert, yes. Why should I listen to the same songs and pay the money? Если вы приходите поклоняться, у вас такой вопрос не возникнет. But if you come to worship, you would not have such a question. Потому что в каждой песне вложен дух. Because every song has a spirit. Дух поклонения. The spirit of worship. Вы преклоняетесь. You и вы любите песни, в которых преклонение пред Господом. And you love the songs in which you worship in the Lord. Вы знаете, что я из древности. I'm from old. Мамонт. Like a mammoth. Я еще из баптистской церкви. From Baptist church. Так вот там, мои дорогие, пели псалмы мои прабабушки. My great-grandma sang songs. Мои бабушки. My grandma sang songs. Мои родители. My parents. Потом мы. And us. И никогда не возник вопрос: а почему мы поем одни и те же песни? And there was never a question, why are we singing the same songs? У меня и сейчас есть песенник. I have now this song, который однажды был составлен, кстати, моим прапрадедом. Which was once created by my great-great-granddad. И все. And that's it. И этот песенник все знали наизусть. И когда собирались пить чай дома, tea, и когда шли в походы, молодежь, went for пели trip, эти песни. Sang the songs. И когда собирались на служение, пели эти песни. We sang the same songs. Почему? Why? У них не возникал вопрос: а почему одни и те же песни? They never asked the question, why are we singing the same songs? А потому что народ был другой. People were different. Мы поклонялись. People were worshiping. Для нас был Бог — это наша жизнь. God was вне Него — это смерть. And outside of him is death.
Мне так хочется, чтобы мы это поняли. Что когда вы приходите сюда и поете песни, не одни и те же. Songs, а вы пойте по-новому. Каждый раз пойте песню по-новому. Каждый раз вложите туда новый дух. Вложите в эти песни новое поклонение. А что, одни и те же молитвы? И такое можно услышать. О, Господи, аж присутствие услышал в себе. Одни и те же молитвы. А почему одни и те же? Когда без духа, душой одни и те же. А когда духом, может быть те же слова, но они по-новому. Поэтому сказано, что те соберутся на небе у престола Христа, 144 тысячи, которые будут петь песен новую. Это не значит другие слова. Не другие слова. Песнь новая – это поклонение. Такое поклонение, которое ты сам от себя не ожидал. Оно из духа идет. Оно изнутри идет. И для тебя это же самая песня новая. Ты никогда так ее не пел. Вы знаете, как это великолепно, когда вы поете в духе. Это не обязательно на иных языках. В духе. Это из сердца. Кто из вас так сегодня пел? Кто из вас так сейчас поклонялся? Кто из вас сейчас живого Бога увидел и пел Ему? А давайте честно. Отпели. Первая песня, вторая песня. Ничего, это тоже хорошая песня. Эта песня тоже мы любим. Похлопали. Все, спели. Будем слушать Слово. Ведь честно. Это вот так. Давайте в следующий раз ищите Его лица. Ему пойте. Ему поклоняйтесь. Пусть эти песни будут для нас новые в Духе. Итак, ищите лица Бога. Ищите лица Его. Ищите с Ним встречи. Ищите Его самого. Он очень хочет, чтобы каждый из вас нашел Его лично. Вы знаете, что вот последнее время, что мы ждем пробуждения, оно будет другим. У нас даже действительно и во вторник, и в пятницу прорыв другой молитвы. В среду был прорыв молитвы. И Дух вопьет о нас, о всех, чтобы каждый из вас в теле Христа нашел свое место, свое предназначение. Не так, чтобы один здесь с платформы прославлялся, а вы так, пришей, пристебай. Нет. Вы все должны найти свое место и предназначение в теле Христа. Вы все найти должны место служения в теле Христа. Ищите Его лица. Ищите Его лица, потому что тело Христа живое. Нету мертвечины в теле Христа. Нету тепленьких в теле Христа. Тогда прихожанин. А если тело горящее? Живое. It's on fire, it's вот это тело Христа, оно соединится огнем. Оно будет огненное одно тело. Body, я вас призываю. Ищите, это значит личность Его ищите. Не в общем где-то что-то. А искать Его лица, это искать Его личности. Когда Он будет обращаться лично к тебе, и ты к Нему. И будете вместе общаться. Вот при такой личной встрече, вы знаете, все меняется. Происходит изменение в самом человеке. Если он встретился со Христом, он тот же самый никогда не останется. Происходят такие невероятные перемены, что ты встаешь с колен или от этой молитвы новым. Stand up from your prayer and your new person. С новыми мыслями, with new thoughts, с другими желаниями, different desires, с другим рвением, with different zeal, с другими принятыми решениями. With new decisions. Такого человека видно, you can see such a person, что он встретился со Христом. Met Christ.
других видно, что не встречались. О нем слышали, о нем знают. О нем читали, букву знают. Но они никогда не встретились со Христом. Вы знаете, по лицам видно. Тот, который встретился со Христом, он зажегся. Лицо горит. От его огня отражается. Моисей встретился с Богом и спустился с горы, горело лицо. А кто захотел зажечься от этого огня? Никто. Накрой, чтобы тебе не видеть. Вот встреча. Итак, нельзя остаться прежним, если ты встретился с живым Богом. Потому что встреча – это откровение. Если ты встретился лицом с живым Богом, ты получил откровение, которое твою жизнь поменяло. И человек уже идет даже в другом направлении. Это глубокие изменения, это внутренние перемены. Но я вам скажу, что встретиться с лицом Бога могут быть перемены как в лучшую сторону, так и в худшую. Это удивительно, но это так. Прежним не останешься. А в какую сторону? Мы посмотрим на это. В зависимости от того, с каким ты сердцем встретился с Богом. Depends, what was your heart, в каком состоянии было твое сердце, когда ты встретился с Богом? Зависит то, в какую сторону тебя склонит. Я приведу вам пример из Писания, из Ветхого и из Нового Завета. Хорошие примеры есть, много их. Вы знаете, их много, я не могу все перечесть. Но взять Савла. Савла, который горел жаждой по Господу, по Богу, Отцу. Иисуса он не признал, не угадал. Но он по Богу настолько горел, что в своем горячем состоянии он дышал угрозами христианской церкви. Он их сажал в тюрьму, он их гнал. Он такой был жестокий. Он такой был ненавистник человека, ненавистник? Нет. У него не было грязного сердца. Он так верил. Он настолько был уверен, что он двигается правильно во имя Господа, во имя Бога, он на все идет. Сердцем. Понимаете, иногда видишь и думаешь, Боже, как поступает человек, а сердце? Он, может, ошибся, не понял. И когда Савл встретился с Иисусом, когда-то пути в Дамаск, Господь явился ему. Что сделала эта встреча с Савлом? А кто ты, Господи? Когда он сказал, кто он? Все. Все поменялось в Савле. Он все в себе изменил. Он не побоялся покаяться. Он не побоялся того, что будут его не принимать, не признавать, гнать, так же, как он гнал. Все было неважно. Почему? Лицом к лицу. Он встретился с Богом, он нашел того, которого искал. И что это случилось с Савлом? Поменялась его жизнь. Все. Целиком и полностью. Савла не могли никто узнать. Потому что он встретился. Потому что это встреча с лицом к лицу с Господом. Если такой встречи бы с ним не произошло, он бы продолжал свой путь. Фарисея и религиозника. Но жизнь приходит, когда ты столкнулся. Перемены приходят, когда ты столкнулся. И вся его последующая жизнь была уже в покаянии и пред Господом. Он всю свою жизнь посвятил тому, которого встретил. Понимаете? И вот я вам скажу, как он о себе даже говорил уже потом, что явился Бог к нему к последнему, как некоему извергу,
By one born out of due time. Вот какое покаяние. Вот как он себя увидел, как он выглядел до встречи. А когда человек о себе очень хорошо мнит, хочется спросить, а встречался ли ты с Господом? Потому что это невозможно, чтобы не сокрушить твою твердыню, твое превозношение. Просто невозможно. И ветхозаветные пророки. Абсолютно все, кто встречался с Господом, получали откровение на свою жизнь. И это откровение полностью их меняло. Они не могли уже остаться прежними. Все они становились служителями Бога. Получали свое предназначение. Кто-то сопротивлялся, потом смирялся, кто-то пугался. Кто-то говорил, это я не могу, да кто я? Но не мог отказать, потому что встретился с живым Богом. Мы знаем Моисея. Как его жизнь поменялась, когда он встретился с живым Богом через горящий куст. Эта встреча была для него откровением на его жизнь. Он представить себе не мог, что он так будет жить дальше. Что так его жизнь изменится в 80 лет. Вообразить себе трудно. Но все поменялось. Потому что он встретился с живым Богом. Он услышал план на свою судьбу. Он услышал свое предназначение. И дальше повел его Бог. Вы знаете, я могу перечитывать и перечитывать всех пророков, всех судей, всех избранных Богом, но это вы сами знаете. Читайте Библию. Когда ты встречаешься с Богом лицом к лицу, Он говорит с тобой. Он не пришел, чтобы помолчать. Полюбуйся моим личиком. Нет. Он говорит. Он говорит к тебе. Он говорит то, что Он о тебе имеет сказать. Что ты должен совершить, для чего ты послан. Какое помазание на тебе. Какая судьба у тебя должна быть, приготовленная Богом. Но бывает, как я вам уже сказала, что встречаются с Богом лицом к лицу, когда Бог хочет тебя остановить, когда Бог хочет тебя образумить. Он не только говорит с теми, которые становятся потом святыми и служителями Божьими. Он иногда говорит такому человеку, который хочет совершить роковую ошибку. Для некоторых эта встреча лицом к лицу оказывается поворотом в их жизнь, но в другую сторону. Потому что вызывает озлобление. Вызывает ожесточение. Потому что в сердце было нечисто. Как много зависит от сердца. Как много зависит от того, какое у тебя сердце. Почему говорится, больше всего хранимого храни сердце свое. От чего? От всякого рода зла. От всякого рода зла. Если ты не сохранил свое сердце, ты тоже можешь встретиться с Богом. Но это приведет тебя к падению. Возьмем Каина. Бог говорил с Каином. Вы представляете, с грешником. С тем, у которого в сердце было уже великое зло. Уже у него в мыслях было, ох, какая ненависть к брату. Он еще, может, и устами своими не сказал, чтобы я убил бы его. А намерение уже было в сердце. Ненависть уже была. Уже было непрощение к брату. За что? За то, что его Бог любит. За то, что он Богу угодил. За то, что он поступил правильно. Принес жертву хорошую. Ненавидел. И Бог обратился к Каину. Казалось бы, ну что к Каину? Ну говори уже с Авелем. Авель, тебе угодил. Но он пришел к Каину. Бытие 4:6-7 сказал Господь Каину.
Почему ты огорчился? Why are you angry? Вы знаете, как на лице видно? You can see it on the face. Когда ты сияешь в Боге, when you shine in the Lord, и когда ты ходишь огорченный. And when you're walking angry. Если делаешь добро, что ты такой ходишь? If what, you're walking like this, а ну-ка, личико должно сиять. Your face should shine. И отчего поникло лицо твое? And why has your countenance fallen? Отчего поникло лицо твое? Why has your countenance fallen? Если ты делаешь добро, if you do well, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, ищешь Господа? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, подумай. Он влечет тебя к себе. И опять милость. Что говорит Господь? Он влечет тебя, но ты господствуй над ним. Каин, есть шанс, господствуй над ним. Но чтобы господствовать над злом, надо победить себя, свое сердце очистить, покаяться. Но что произошло с Каином? Злоба вошла в него. Эта встреча с Господом лицом к лицу ожесточила Каина до того, что даже быстрее побежал, сделал то, что задумал. Встреча лицом к лицу с Богом подтолкнула осуществить его задумку. И он пошел и убил брата. Вот вам и встреча с лицом Господа. От чего зависит? От сердца. Что в твоем сердце, когда ты ищешь Господа? С каким намерением ты ищешь Господа? Понимаете? Как хорошо иметь чистое сердце. К Евреям 3:12 говорится, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Нет, не от религии. Not from religion, от Бога живого. From the living God. Евреям 3:15. Когда услышите глас Его, if you hear His voice, не ожесточите сердце ваше. Do not harden your hearts, когда услышите глас Его, if you will hear His voice, когда встретитесь лицом к лицу, and meet Him face to face, не ожесточите сердце. Do not harden your hearts, будьте готовы. Be prepared. Будьте готовы принять Его, услышать Его, him, сникнуть своей головочкой пред Господом. Как с Иудой произошло. Все время ходил рядом. Все время ходил рядом с Иисусом. Сердце было у него нечистое. Подворовывал. Подначинял народ. Помните, апостолов даже умудрился начинить так, что и они восстали против Иисуса. Зачем ты позволил разбить этот сосуд, разлить? Мы могли продать, кто это сделал, Иуда. Иуда настроил народ, апостолов, учеников, и они поддались, пока Иисус не остановил их. Иуда все время был рядом с Иисусом. Но одна встреча лицом к лицу, и сатана вошел в него. Не Дух Божий, а сатана вошел в него. Впустил. Почему? Потому что сердце было нечисто. Когда Иисус обращался к ученикам своим и говорил, что один из вас предаст меня, и каждый возмутился, как, Господи, кто может такое сделать? И даже сам Иуда говорит, не я ли, Господи? Так ты ж уже договорился. Что ж ты спрашиваешь, не я ли? Да. Yes. Вот так бывает. Встреча лицом к лицу, когда Иисус сказал, предадите, предашь. Это не вызвало покаяние. Господь, как ты узнал? Боже, прости меня, что я наделал? Нет. Наглость еще спросила, не я ли, Рави? Как ты думаешь? Посмотрите. Встреча лицом к лицу может вызвать вот такую реакцию. И погубила Иуду. Ищите Господа. Seek the Lord. Ищите силы Его. And ищите славы Его. Ищите лица Его. Seek His face. Когда есть время. When there is time. У Давида Псалом
104:4. Говорится: ищите Господа и силу Его, ищите лица Его всегда. Когда вы становитесь на молитву, ищите лица Его и силу Его для себя. Не молитесь просто так, но постарайтесь встретиться, домолитесь, чтобы встретиться с лицом Его. Но ищите лица Его, чтобы Его услышать, с чистыми сердцами. Потому что с чистым сердцем Бог говорит, как с чистым сердцем, даст свое откровение, которое изменит вашу жизнь, которое поменяет все. Вы думаете, ну как это возможно, ну как это изменится? Все возможно Господу. Вы сами никогда не изменитесь. Вы сами не сможете себя поменять. Как бы мы ни старались, мы можем поститься, мы можем молиться, мы можем себя бичевать. Мы не изменимся, если не произойдет этой встречи. Но одна встреча с живым Господом, и вы меняетесь. Одна встреча с Его глазами, с Его устами, и ваша жизнь меняется. Потому что оттуда исходит сила жизни. Оттуда выходит Его Дух жизни, который меняет все, изменит жизнь, даст вам свое указание, предназначение. И Он же и совершит для тех, которые скажут: «Да, Господи! Да, Господи! Да будет мне по слову Господи!» Ищите Господа. Когда можно найти Его, говорит Исаия. Призывайте Его, когда Он близко. И сейчас, на служении, призывайте Его всегда. Не просто пойте, призывайте. Не просто молитесь, призывайте. Ищите Его всегда. Понимаете? Когда приходите сюда, ищите Его. А я скажу вам больше. Еще не пришли сюда, уже ищите Его. Прежде чем вы идете в церковь, дома, молитесь о том: Господь, я иду, чтобы встретиться с Тобой. Я не просто иду туда, где люди собираются. Я хочу встретиться с Тобой. Хочу встретиться с Тобой в Слове. Хочу встретиться с Тобой Духом. Хочу встретиться с Тебе во время поклонения, во время общения. Я хочу встретиться с Тобой. Я иду к Тебе. Говори ко мне. Скажи ко мне. Призови меня. Откройся мне. И идите в церковь. С такой молитвой идите. С таким желанием идите. Вот что хочет Господь. Потому что Он ждет ваши сердца, не тела. Тела должны принести ваши сердца. Тела должны принести ваш дух сюда. Но если ваше сердечко где-то, то тут остаются только тела. Как же вы встретитесь со Христом, с Господом, когда тут только тела? С капюшончиками, с футлярчиками Бог не встречается лицом к лицу. Бог не может просто кейс. Приходите духом и сердцем. Ищите Господа. Когда можно найти Его. Это не то значит, что вот как в этому миру можно сказать: ты не познал еще Господа, ищи Его, чтобы покаяться и спастись. Нет, это обращение к верующим. Это обращение к церкви. Каждый из вас должен знать Его лично. Каждый из вас должен найти личные отношения. Это новое, новое время. Не пойдет, как раньше. Не пойдет. Будут времена такие, когда каждый из вас должен лично от Него слышать, лично от Него знать, что делать на сегодня, как быть в этой ситуации. Вы не будете звонить: помолите за меня, попаститесь, пастор. Нет. Вы должны знать, и это тело Христа в одном духе, в одной славе, в одной силе, в одном слове мы будем двигаться как монолит, сильнейший монолит, который будет пробивать твердыни. Вы к этому призваны. Мы все к этому призваны. Ищите Господа,
когда можно найти его. Будет время, когда будут бегать со светильничками. Уже не могут, могут найти его. Будет время, уже не смогут. Ищите, пока можно найти его. Призывайте его, когда он близко, он сейчас близко. Он здесь. Понимаете? Не стоит только приятных ощущений искать. Я знаю, что это очень приятно, it's когда присутствие ощутишь мурашки по телу. Как приятно. Ты постоял в этом приятном, ощутил присутствие Духа Святого, вышел, и ты тот же самый. Out, ты просто почувствовал присутствие, ты побыл, ты порадовался, и все. И это тебя не поменяло. Понимаете? Это не поменяло. Меняет только личная встреча, когда он тебе сказал, что он от тебя ожидает. Лицо его. А ощущения тебя не изменят. Скоро вы будете много иметь ощущений. Но они вас не изменят. Я не хочу, чтобы вы жили ощущениями. От общения до общения, ощущения до ощущения. Нет. Ищите его лица. Они могут и присутствовать ощущения. Но ищите его лица, которое меняет. Ищите Господа. Личность. Вы призываетесь к этому. Знаете, я не просто так говорю, чтобы вы послушали и сказали, там кто-то скажет, а, интересно. Кто-то скажет, о, какое хорошее слово. По-разному говорят. Не за этим здесь говорится. Не за этим, а за тем, чтобы вы услышали, что вы должны сделать. Поняли меня? Что вы должны сделать? Вот, пожалуйста. Всю эту неделю и всю последующую жизнь примите это как инструкцию от Господа, что Он сказал вам сегодня свою волю. Он готов ответить тому, кто будет искать Его лица. Он готов. Он хочет. Он сказал вам это сегодня. И не скажете потом, что Он вам не говорил. Сегодня сказал Он, неважно, какие уста, неважно, какое тело здесь стоит, говорит Господь. Ищите Его лица.